получила посылку от фирмы, агрофирмы «Поиск». Там была скидка и вот такая вот гортензия букет роуз продавалась со скидкой 270 рублей. Правда, 280 рублей была доставка к нам, но все равно эта гортензия обошлась мне очень-очень дешево. Посмотрим, что мне прислали. Я уж, конечно, открыла, не удержалась. Ну, просто шикарный саженец. Вот. Такая упаковка. Та-дам! Вот такой вот огромный саженец за 270 рублей, не считая доставки. Посмотрим, какая тут корневая. Тут и корневая хорошая, уже и так вижу. Просто шикарная. Сейчас я сниму упаковку, так неудобно одной рукой. Вот букет роуз, дата упаковки. И смотрим. Вот такая корневая тут. Бедная, залитая, конечно. Сейчас буду ее тормошить, сажать в горшок. Где-то, наверное, литров 5 уже. И, наверное, сверху срежу черенки, чтобы развивалась корневая. А может, не буду срезать. В общем, я подумаю. Вот такая вот красотка ко мне приехала за 270 рублей. Ну, не считая доставки, конечно, я же еще повторюсь. Всем пока-пока. Так что на агрофирме «Поиск», скидки, покупайте. Стала я сажать эту гортензию букет роуз, растормошила корневую. И наблюдаю, что вот от этого отростка есть отдельные корешочки. Я хочу, что теперь сделать? Вот так отрежу сейчас. Вот видите, какие белые, хорошие корешочки. Вот сейчас я распутаю. Отрежу, и у меня будет отдельное растение. С этой стороны то же самое. Вот видите, какие корни. И это я отрежу вот так вот. И у меня будет три растения. И верхушки ему укорочу. Вот что я задумала. Посмотрим, что из этого получится. Что в итоге у меня получилось. Значит, вот я уже отрезала черенок. Потом думали, надо показать все-таки. Вот один. Один корешок я оторвала. Вот такой срезала. Тут пенек срезала. Сухая ветка. Здесь обрезала я верхушку. Тут начеренкую. Это посажу. Присыплю сейчас корневином. Вот у меня грунт. Очень легкий, воздушный торф с почвобрикетом. Кислый торф с почвобрикетом. Вот вторую часть я отрезала. Здесь тоже сухой был пенек, отрезала. Здесь верхушку укорочу тоже, потому что корней мало, кормить не сможет такую зелень. Это я срежу на черенки верхушку, укорочу, тоже посажу, корневином присыплю корни. Ну и вот это вот осталась такая вот веточка, ее тоже укорочу. Это корневище. Надо отрезать, наверное, столько корней. Не нужно. От нее теперь корни. Вот обрежу тоже верхушку. Укорочу ее. Вот что у меня в итоге получилось. Посмотрим, как будет расти. Вот так присыплю корни корневином. Хорошенько, хорошенько. Засыплю грунтом питательным с добавлением тут удобрения. Наверное, большой горшок я взяла. Ну ладно, пусть уже теперь куда. Пусть будет тут. Я же хотела одно растение посадить.
получилось 3. Вот. И вот этот вот очень большой междоузли тут. Вот это вот, наверное, я так вот укорочу. Вот. И сверху одену пластиковую бутылку либо пакет. Посмотрю, что найду, то одену сверху, чтобы помочь бедному прижиться растению. Вот хороший кустик получился. Вот такая корневая. Верхушку я обрезала. Сейчас присыплю корневином. Вот так вот. И грунт и посажу. Вот, так. Вот такие 3 кустика у меня получились из одного куста. И тут несколько черенков я нарезала еще. Накрою сейчас банками, поставлю в тень и буду наблюдать. И, как говорится, продолжение смотрите в следующих сериях. Пока-пока!